Невредимым остался ребенок в смертельном ДТП на кольце Нового рынка в Петропавловске. Подробности трагедии, случившейся вечером 6 августа, сообщили в госавтоинспекции региона. По предварительным данным, 54-летний водитель Honda CR-V не выбрал безопасную скорость и врезался в движущийся навстречу Isuzu Bighorn. 30-летний водитель последнего скончался на месте. Пассажирка того же автомобиля получила травмы. Двухлетнего ребенка, который ехал в салоне Isuzu, спасло детское удерживающее устройство. В результате аварии малыш не получил никаких повреждений. Госавтоинспекторы проводят проверку по факту происшествия.